напиток для похудения, для очищения от токсинов, от отеков. Угадайте, что это? Правильно, это отвар петрушки. Помогает очень хорошо и легко худеть. Вот я такой большой стакан выпиваю в течение дня, понемножку. Привет всем! Мы сегодня опять в разъездах, в поездках, как всегда. Сейчас на берегу моря, но мы едем по нашим делам. Сейчас выйду из машины, покажу вам море немножко. Сегодня море не очень хорошее, и мы решили поездить по нашим делам, по разным местам. В общем, заехали сейчас в один магазинчик, Альфредо побежал, потом нам надо забронировать отель для наших родственников, которые приезжают. И потом мы едем еще в супермаркет, и там у нас дела насчет интернета и какие-то покупки сделаем. В общем, вот так. Я оделась вот так сегодня. Такая майка и штаны, и брюки светлые. Вон, видите? Только одна женщина ходит. Наш сегодняшний обед – это равиоли. В общем, со сливочным соусом и рикотта, и шпинат. Я вижу уже, что просвечивается зелененько, это шпинат и рикотта. И на второе жареный баклажан, бетола, немножко цветной капусты и кусочек мяска. В общем, вот так. У Альфреда почти то же самое, но только он взял вместо баклажана перец и помидор. В общем, вот такой наш обед сегодня. Мы опять в супермаркете обедаем. Нигде нет профессионалов, ни на одном месте. Ничего нельзя добиться. В общем, мы меняем контракт на интернет. Интернет-провайдер. И никак не можем добиться, чтобы это сделали побыстрее. Один говорит одно, другой другое. Мы ждем уже несколько недель, и все, конца и края нет. И там возились, короче, в этом... В торговом центре это все, там сидят вот эти представители. И мы в этом торговом центре провели почти весь день. Так устали. Но мы там, правда, покушали. Вот мы уже ходим туда, как на работу. Ой. Ой, ну ладно, что делать? Ничего нельзя поделать. Они смотрят, как овцы на тебя, ничего не понимают. Ничего объяснить толком не могут. Короче, какие-то технические проблемы. Наш городок переходит на фибру. Ну, в общем, более скоростной интернет называется. Я в вас смотрю, как в зеркало. Короче. И мы попали в этот, как в какой-то перерыв. Переходят на фибру, и тут мы меняем контракт, и тут все одно к одному. Не знаю, когда это закончится. Сказали еще неделю подождать нам. И эту неделю у меня будут редко видео выходить, потому что именно проблемы с интернетом. А когда я опубликую это все, то, что я говорю, наверное, уже когда будет интернет. Пока нет интернета, я, знаете, буду чем заниматься? Я буду заниматься генеральной уборкой и буду приводить в порядок всю квартиру, вылизывать, облизывать, стирать занавески, все чистить, убирать так, чтобы не было ни одной пылинки, ничего. Альфредо побежал сейчас здесь заплатить кое за что. Я жду его и вот решила с вами немножко поболтать. Так, возвращаемся домой и потом продолжу как-нибудь это видео.
Посмотрите, какой улыбающийся апельсин я нашла. Видите, это не нарисовано, это такая кожа у него. Гляньте. Такая милая мордашка. И я придумала вот такое, как бы такой натюрморт. Видите, нарезала апельсинчик. И сейчас буду делать фотографии качественные. И отправлю на Shutterstock. И я думаю, что эта фотка будет продаваться. Потому что это такое уникальное явление. Гляньте, улыбка и глазки. Ну надо же, такая прелесть. А сегодня у нас на ужин будет вот такой цыпленок, распластанный и жареный на сковородке. Я его натерла разными специями. И травками ароматными, и перчиком, в общем, куркума, орегано, черный перец, соль розовая, смесь разных средиземноморских трав, сушеный имбирь и паприка. Вот этим всем я натерла его хорошенько с двух сторон. И потом на сковородочку. И такая прелесть, быстро готовится, очень просто. Никаких особых премудростей. Вкусная, простая еда. У нас вот такая сковородочка есть. И видите, она, ой, она двойная. Наш цыпленочек готов. Сейчас мы будем ужинать. До свидания всем и до новых встреч в новых видео. Пока!